высшая форма благотворительности. Больше, ничего больше сказать. Высшая форма благотворительности. Спасибо. Сострадание. Учусь состраданию. Что для меня проект жизни? Это веление времени. Это программа, которая по своей природе призвана помогать людям, особенно когда им трудно. Сейчас это жизнь насущно, актуально. Еще жизни. Замечательный проект. Замечательно. А для меня это возможность в это время, сложная война, когда люди переполнились ненавистью друг к другу из-за информационной войны в том числе. Вот это возможность поучаствовать лично, приложить свои усилия действительно к благому делу, действительно нести людям благо. Им это сейчас очень необходимо, нам это необходимо, поэтому я это делаю и для себя. И, конечно, для людей. Присоединяйтесь. Надо ваши вот ребята делают хорошие вещи. Да, они молодцы. Он сказал, говорит, не они молодцы. Мы должны благодарить вам за то, что вы даете возможность нам проявлять человеческие качества. Не забывать, что мы люди, что мы можем быть сострадательные, добрые, да, милосердные. Поэтому спасибо надо говорить не нам, а тем, кому мы готовим. Благодаря им мы хоть можем чувствовать себя людьми, показывать другим людям. Это традиции. Традиции сейчас потеряны, да, что забота о старших, о младших, да, о голодных. Эти традиции нужно возрождать. Мы должны помогать друг другу. Мы должны как-то взаимодействовать с миром, да, вокруг. И вот когда помогаешь, чувствуешь вот эту связь с окружающим. Оно очень приятно, там ты чувствуешь себя полезным, не каким-то там эгоистом, который сидит и думает, как себя обогатить. Да, там приносишь пользу нуждающимся, которым действительно нужна. Это, мне кажется, высшая цель действительно, как по мне. Оно же так и есть. Я просто хотел вас всех поблагодарить за ваше участие, за соучастие, за то милосердие, за ту возможность, которую вы даете нам, ну, даете нам возможность кормить людей, за тот аванс доверия, который вы нам дали. Я вас всех очень благодарю, искренне, от всей души, от всего сердца. Спасибо вам огромное за то, что вы просто поверили нам и дали нам возможность это делать, дали нам деньги, дали нам свои благословения, просто помолились за нас всех, чтобы мы это могли делать. Я вам искренне очень благодарен за это. Сказать, просто иногда можно с людьми поступать так, как ты бы хотел, чтобы с тобой поступали. То есть если человек попадает в какую-то трудную ситуацию, ну реально сейчас очень трудная ситуация для многих наших жителей региона, поэтому как бы наша команда дарит не только свое душевное тепло, но и кормит каким-то образом. Для меня это очень тяжело видеть людей, попавших в такую ситуацию. Поэтому я здесь, рядом с моими друзьями. Мы пытаемся хоть что-то сделать светлое. Мне очень приятно, что я уже достаточно давно нахожусь в этом проекте. Я как-то подумал, что у некоторых есть хобби, рыбалка, сбор марок, может быть, коллекционирование какое-то. Так вот, мое по типу хобби, это вот проект «Пища жизни», когда мы имеем возможность позаботиться о тех людях, малоимущих, каких-то тех, кто не может сами о себе позаботиться. Вот этот как раз проект для меня является очень интересным и вдохновляющим. Спасибо вам большое. Спасибо. Для меня проект «Пища жизни» – это возможность помочь людям, как-то быть искренними. Может быть, и лучше стать самой. И еще очень страшно, действительно очень большой страх, когда видишь, когда маленькие дети, старики просто голодают. Их жизнь разделилась
на до и после. Это страшное время, это страшно, когда лет 90-80, ты просто один, и тебе просто не хватает куска хлеба, либо кто-то, чтобы пришел к тебе и сварил это. Это действительно очень страшно. Хочется подарить немножко радости, счастья людям. Действительно, как-то очень быть самим стать счастливее, что ли. Наверное, так для меня это куча жизни. Говорите, говорите. Это потрясающая возможность помочь людям, которые действительно страдают, которые нуждаются. И если мы действительно можем это сделать, то мне кажется, что мы должны это делать. Мы должны уметь сострадать, помогать. Можем деньгами, можем руками, чем можем. Не делаем это. Спасибо. Спасибо. Ну, просто в Священном Писании говорится, что живое существо, оно по своей природе, оно счастливо тогда, когда оно служит другим. Вот, поэтому этот проект для меня, это просто возможность послужить людям. И как бы, то есть я от этого счастлив, и как бы, в этой песне, да, если счастлив сам, часть я поделюсь другим. Как бы я стараюсь как бы свою любовь, все это отдавать людям, чтобы они как бы так же в условиях этой ситуации они как бы становились добрыми, становились также отдавали свою любовь другим, кушая эту еду, вот, которую мы для них готовим с любовью, чтобы они также как бы этот посыл передавали другим, чтобы эта война скорее закончилась, и чтобы как бы, все люди они были счастливы. Говорил всеведающий, по весне последующей народятся новые люди на земле. Молодые, модные, головы холодные, народятся новые люди на земле. Мантрами железными, как простыми лезвиями, как простыми лезвиями, выправляют мир. Песни их исконные, марши толоконные, марши толоконные, грубые мольбы. За слава пластмассовые, за слава пластмассовые, разбивают толпы. Мантрами железными, как простыми лезвиями, как простыми лезвиями, выправляют мир. Последующей народятся новые люди на земле. Молодые, модные, головы холодные, народятся новые люди на земле. На избу проверь, циркулем измерены, ни одной зазубрины на лице прямом. Через невозможное стоны, слезы вложены, стоны, слезы слышатся.